Разбираем самые лучшие пляжи Европы. Ниси Бич, Айянапа, Кипр. Одним из наиболее популярных мест для тусовщиков является пляж Ниси на Кипре. Помимо того, что пляж привлекает туристов своим белоснежным песком, горами повсюду, скалами и необычной красоты островами, он также завлекает своими безумными тусовками с самыми крутыми диджеями. А в дневное время, пока ночные тусовщики отсыпаются, на пляж можно прийти, чтобы хорошенько расслабиться и отдохнуть. Вода здесь прозрачная, ярко-голубого цвета, дно приятное и мягкое, сама территория пляжа также действует успокаивающе, этому способствуют зеленые пышные пальмы и экзотические кустарники. Здесь можно спокойно отдыхать и с детьми. Погода на пляже безветренная, набор глубины плавный и почти не бывает волн. Пляж поделен на несколько зон, в которых каждый найдет что-то свое. Центральная часть отдана тусовщикам. Восточная зона популярна среди семейных пар с детьми и тех, кто предпочитает ленивый отдых. Западная часть идеальна для спортсменов и любителей активного отдыха. Здесь есть возможность поучаствовать в матчах по пляжному футболу и волейболу. Недалеко от пляжа расположился небольшой остров для отдыхающих одиночек. Здесь есть возможность позагорать без купального костюма. Скала Дей Турки, Сицилия, Италия. Недалеко от сицилийского городка Риальмонте располагается ступенчатая скала прямо на побережье. Утес, парящий над Средиземным морем, состоит из белого известняка и мергеля, которые совместно с природой и образовали естественную лестницу. Кстати, скала в переводе с итальянского означает как раз... лестница, а не скала, как многие ошибочно думают. А если переводить название целиком, то она означает «турецкая лестница» или «лестница турков». По одной из версий, названо творение природы было так из-за того, что раньше турецкие и арабские корабли находили себе убежище в местной гавани. На скалу можно забраться, с нее открывается потрясающий вид. Но не забудьте о подходящей обуви, камни здесь очень скользкие. Песок на пляже темно-желтый, а вода синяя. Здесь можно встретить немало любителей снорклинга и дайвинга. У пляжа также много ресторанов, где гости могут отведать деликатесы настоящей кухни Сицилии. В меню вы можете встретить спагетти с моллюсками, жареного тунца, суп из мидии и морской салат. Кот-де-Баск, Франция. Пляж Кот-де-Баск на скалистом западном берегу Франции – родина европейского серфинга. Пляж располагается в нескольких километрах от границы с Испанией. А название он получил благодаря баскам, которые здесь проживали и которым так полюбился пляж. Море, однако, здесь не такое приветливое. И ласковая. Вода прохладная, волны сильные. Но именно это и повлияло на развитие в этих местах серфинга. Уже в 50-х годах город Биариц, расположенный вдоль берега Басков, стал столицей серфинга. Да, отдых местный мало подходит для семейных пар с детьми. Волны иногда настолько большие, что они погребают весь песок, а вода доходит до камней у ограды. Зато место является идеальным для тех, кто только учится ловить волну. На пляже располагаются школы серфинга, где можно пройти обучение как в группе, так и с инструктором. Бенажил, Португалия. Бенажил располагается на берегу одноименного поселка недалеко от скал из известняка, которые привлекают внимание своей формой. Со стороны они напоминают готические сооружения эпохи Возрождения. Отдых подходит для семейных пар с детьми, так как погода безветренная, а море спокойное и теплое. Помимо пляжного отдыха здесь немало и других развлечений. Снорклинг, дайвинг, рестораны. Есть возможность аренды лодки или каяка. Особой популярностью здесь пользуются экскурсии в грот и пещеру. Пещерный пляж Бенажил позволяет себе почувствовать героем пиратского фильма, ведь он располагается прямо в скале и выходит в открытое море. Такое невероятное природное образование появилось благодаря тому, что в течение многих лет прибрежные скалы точились ветрами и волнами. Этот грот, имеющий отверстие в потолке, называют глаза, потому что он освещает солнцем золотой песок и бирюзовые воды, а также открывает вид на голубое небо. Элафониси, Греция. Пляж с розовым песком на острове Крит, расположенный вдали от других курортов острова, добраться туда нелегко, но по мнению туристов стоит того. Название пляжа означает «Оленей остров». Конечно, сейчас никаких оленей там не встретить, но скорее всего в древности это место было популярным среди охотников. Некоторые местные называют пляж Элафонисия, в переводе с греческого это означает «остров добычи». Пляж популярен среди посетителей всех возрастов, здесь очень удобная инфраструктура, а также прекрасный сервис. Бирюзовое море здесь спокойное, спуск в воду удобный, поэтому здесь немало семей с малышами. Свети Стефан,
Черногория. Название острова Свети Стефан, которое для русского человека может показаться несколько забавным, на самом деле означает «Святой Стефан». Расположился он на Будванской ривьере, в 5 километрах от самой Будвы. В 1972 году Святой Стефан получил премию Golden Apple от Международной Федерации Туризма за выдающуюся архитектуру и за высокое качество услуг отелей. Отдых здесь популярен среди знаменитостей. На острове побывали Бобби Фишер, Сильвестр Сталлоне, Софи Лорен, Юрий Гагарин, Андреа Бочелли, Клаудия Шифер. Свети Стефан – один из самых роскошных курортов страны. На его территории расположены 58 апартаментов класса люкс. Остров славится чистотой пляжа и моря. Материковая часть зеленая, растет много оливок. Недалеко от Святого Стефана находится парк Мелочер, где содержится множество экзотических растений, привезенных со всего мира. Златний Рат, Хорватия. Пляж Златний Рат, дословно его название переводится как «Золотой рог», является одним из самых красивых пляжей Европы. Название он получил благодаря своей причудливой форме. Пляж имеет не обычную параллельную береговую линию, а перпендикулярную. Но самое забавное – это то, что каждый год пляж меняет свою форму из-за течения зимних штормов. Пляж имеет голубой флаг, что подтверждает его качество. Это визитная карточка страны. Его живописное побережье из песка и гальки с бирюзовым морем и изумрудными соснами не перепутаешь с другими пляжами. Оттенки воды здешние не только бирюзовые, но и голубые, синие и темно-синие. Недалеко от Золотого Рога находится популярный курорт Брачбол, который славится как центр теннисного спорта. Здесь вы сможете найти более 20 теннисных кортов. Папагайо, Испания. Расположенный в южной части Лансероте, пляж Папагайо привлекает гостей своей формой бухты или морской раковины. Вода здесь настолько прозрачна, что иной раз кажется, будто вы плаваете в бассейне. Бухта окружена высокими скалами. Пляж защищен от ветра и сильных вод здесь не бывает. Пляж дикий, поэтому кроме песка, скал и океана он больше ничем не располагает. Порт Керно, Великобритания. Пляж Порт Керно находится в бухте между скалами, которые выступают в море на южном побережье графства Корнуолл, рядом с небольшим одноименным поселением. Такой камень также называют качалка. Несмотря на вес 80 тонн, он качается, пусть и меньше, чем в прошлом. Пляжной инфраструктуры здесь нет, но это не мешает пляжу пользоваться популярностью как среди местных, так и среди туристов. Пляж покрыт чистым белым песком, а почти треть территории Корнуолл является национальным парком. Алюденис, Турция. Алюденис – один из самых красивых курортов. Здесь находится известная во всем мире Голубая лагуна. Место популярно среди экстремалов, которые приезжают специально, чтобы полетать на параплане над бирюзовыми водами на высоте 2000 метров. Привлекает пляж также любителей природы. Он окружен со всех сторон ярко-зелеными холмами, вековыми соснами и прикрывается от ветра горой Бабадаг, название которой переводится как «Отец гора».